Боль в спине, боль в пояснице. Это одна из самых частых жалоб, и, к сожалению или к счастью, в нашей стране с этой жалобой обращаются к врачам-неврологам. Как же лечат боль в спине? Как же спастись от боли в пояснице? Что нужно для этого делать? Об этом поговорим в данном видеоролике. Сразу хочу обозначить тот факт, что без консультации врача невозможно себе телемедицинский онлайн выставить диагноз, поэтому все советы, приведенные в этом ролике, они обобщенные, они не учитывают возможные противопоказания и они не учитывают возможность того факта, что вы где-то что-то упустили и не до конца поняли информацию. Поэтому в любом случае лучше обратиться к врачу. Итак, начнем. Боль в спине. Что же это такое? Почему она происходит? Буду здесь говорить более обобщенно, чем в некоторых других видеороликах, которые я советую посмотреть, касающиеся темы боли в спине. Но в целом боль в спине имеет подразделение по своим причинам. И самая частая причина боли в спине – это так называемая неспецифическая мышечная боль. И, собственно, она происходит из болезненных ощущений, из воспалительного процесса, который формируется в мышцах, в связочном аппарате и так далее. Именно на неспецифическую мышечную боль приходится абсолютное большинство всех случаев боли в спине. Безусловно, в спине могут болеть и другие структуры. Например, может болеть суставной аппарат, может болеть фасеточный сустав. Может, например, если дело касается поясницы, болеть крестцово-подвздошное сочленение. Боль в спине может быть при сакроилите. Боль в спине может быть при патологии тазобедренных суставов. Но это уже, скажем так, вариации на тему. В целом болеть могут суставы, которые касаются суставов позвоночника или других суставных поверхностей. Причинами такой боли, в частности, могут быть ревматические заболевания, например, ревматоидный артрит, псориатический артрит и так далее. Болеть в спине может зажатый нервный корешок или так называемая радикулопатия. Эта ситуация происходит гораздо реже, чем о ней зачастую говорят врачи. И у такой боли обычно появляются характеристики, которые касаются не только боли, а, например, чувствительной сферы, выпадает чувствительность на определенной зоне ноги прежде всего, или двигательной сферы, то есть появляется однозначная мышечная слабость, например, в той же самой ноге. В ряде случаев при некоторых уровнях радикулопатии могут появиться тазовые нарушения. Болеть в спине может и, допустим, перелом позвонка. Болеть в спине может перелом позвонка из-за метастазов позвонок. Боль в спине может быть сформирована переломом на фоне грубого остеопороза, на фоне агрессивно растущей гемангиомы. Но это все-таки ситуации уже крайне редкие и встречаются в практике не так часто. Есть определенный перечень красных флагов. Вы их видите на экране. Эти красные флаги обозначают те ситуации, когда нам надо насторожиться и однозначно провести дополнительное обследование со стороны структур позвоночника или дополнительное обследование в принципе. Потому что если эти симптомы имеются у человека, то высока вероятность того, что у человека есть не специфическая мышечная боль, а какое-то более грозное заболевание, которое требует, в частности, и экстренного подхода к лечению, или там, оперативного лечения, и консервативный подход, то есть общее лечение лекарствами, во многих случаях при красных флагах будет неэффективно. Но это меньшая часть от всех причин боли в спине. В этом же ролике больше идет речь о неспецифической мышечной боли. Что же с ней делать? Ну, первое – это лекарственная терапия. Абсолютным фаворитом в отношении лекарственной терапии при боли в спине являются нестероидные противовоспалительные препараты. Именно они назначаются практически всем пациентам с неспецифической болью в спине. Выбор препарата зависит от различных ситуации, от различных параметров, но прежде всего он основан на противопоказаниях
к назначению того или иного препарата, потому как в целом все противовоспалительные препараты примерно равны по своей эффективности. То есть нету препарата, который в разы лучше. Они все примерно равны по силе в соразмерных терапевтических дозировках. Но есть определенные нюансы назначения, которые определяет лечащий врач. И выбор этого назначения основывается на наличии отсутствии сердечно-сосудистых рисков, наличии отсутствии желудочно-кишечных рисков и их сочетании. При неспецифической боли в спине нередко используются миорелаксанты. У миорелаксантов чуть более спорная ситуация, но, на мой взгляд, они могут использоваться в терапии боли в спине. Они увеличивают эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов, они могут сокращать длительность курса лечения, и в большинстве случаев их назначение, в принципе, оправдано. К тому же стоимость миорелаксирующей терапии не столь высока. Надо понимать, что при этом нету большой разницы между назначением таких препаратов в таблетированной форме или в инъекционной форме. Их эффективность конечная будет очень и очень близка. Может быть, будет эффективность чуть выше у инъекционных препаратов за счет достижения плацебо-эффекта. Также при боли в спине могут в случае ее хронического течения использоваться некоторые антидепрессанты. Это амитриптилин, венлафаксин или дулокситин. Они позволяют избавить человека от хронических механизмов боли в спине, то есть от ее хронизации. Также используются антиконвульсанты, прежде всего габапентиноидного ряда, которые также способны справляться с хронической болью. Назначение витаминов, назначение каких-то нейрометаболических препаратов, назначение сосудистых препаратов при неспецифической мышечной боли, ну, куда более спорно. И в большинстве случаев не требуется. Разумный двигательный режим. Именно гимнастика и разумный двигательный режим являются во многих случаях основой лечения. Понятно, что выполнение каких-то тяжелых физических нагрузок, особенно в неблагоприятных условиях, на сквозняке, в неудобном положении, оно вредно. Но ограничение движений и постельный режим напрямую противопоказан при неспецифической мышечной боли, он способствует хронизации процесса. О гимнастике я говорил в своем методическом пособии для пациентов. Также гимнастика есть во множестве представлена на просторах интернета. В целом самое важное, чтобы она была. Также стоит понимать, что какие-то неудобные условия в работе, длительная работа сидя, длительная работа в неудобном положении, все это неблагоприятно сказывается и нередко приводит к развитию неспецифической мышечной боли, и здесь надо стараться найти какой-то выход. Дополнительным фактором, который я отнес к двигательным факторам, является наличие избыточной массы тела, которая банально не дает мышцам справиться с имеющейся нагрузкой. Поэтому избыток веса при наличии частых болей в спине – это то, от чего следует избавляться в первую очередь. Массаж и мануальная терапия. В целом я неплохо отношусь к мануальным воздействиям, но надо понимать, что мануальная терапия, особенно в виде там каких-то эксклюзивных вариантов, когда там тебя бьют киянкой, перегибают через колено и подобное агрессивное воздействие, это то, что точно не нужно при боли в спине. При этом общий массаж, общие релаксирующие, мягкие мануальные техники, какие-то вот такие воздействия, они скорее положительны. И тут вопрос в большей степени, нравится ли вам мануальное воздействие и есть ли у вас возможность ходить на массаж, на мануальную терапию, как финансовую, так и временная. И если вам нравится массаж, если вам эта процедура приятна, если у вас есть финансовые возможности, если у вас есть время ходить, то это скорее пойдет в плюс. Особых прямых ограничений при боли в спине к мануальной терапии и массажу не так много. Но это прежде всего онкологические заболевания в анамнезе или в настоящее время. Занятия спортом. Из занятий спортом, как я уже сказал, что лучше всего заниматься лечебной физкультурой, но есть некоторые виды спорта, которые противопоказаны при проблемах со стороны позвоночника. И это прежде всего
ударные нагрузки и нагрузки с избыточным отягощением. Но есть ремарочка, если они выполняются вами самостоятельно. Если у вас есть тренер индивидуальный, который занимается с вами все занятия, и вы ему полностью доверяете, то многие виды спортивной нагрузки, они допустимы. Лучшая нагрузка, как, наверное, многие знают, это плавание. Но здесь тоже есть оговорочка. Плавание должно быть без перенапряжения мышц спины. А такое плавание, это по большому счету только плавание на спине, либо акваэробика. Плавание другими стилями, то есть плавание там кролем, брасом, баттерфляем, неправильно выполненное, скорее будет негативно сказываться на структурах позвоночника и скорее негативно скажется на вашей боли в спине. Если вы не умеете плавать, ну, например, я очень люблю плавать, но не умею плавать правильно. И если вы переразгибаете голову над водой, держа ее, или если вы не занимались никогда с тренером по плаванию, то, наверное, плавание это не ваш вариант. Плавание на спине, да. Все остальные виды, скорее, нет. Хотя нагрузка именно в воде, она на структуру позвоночника минимальная, поэтому ее и называют лучшим вариантом для боли в спине. Иглорефлексотерапия и различные методики иглоукалывания, в частности через аппликаторы Ляпка, Кузнецова, массажеры различные игольчатые, они безвредны. Они безвредны, и тут вопрос больше, опять-таки, ваших финансовых возможностей и ваших временных возможностей. Большой эффективности от этих процедур ждать не стоит, но некоторый эффект вы можете заметить, вы можете получить, и даже если это будет воздействие самовнушением, так называемым, то почему бы и нет, если это вам помогает. Но, повторюсь, это не первая линия терапии, и даже не вторая, и это лишь дополнительная какая-то методика. И если это стоит дорого, то я все-таки не советую данное воздействие. Местное средство. У местных средств больше сферы применения, особенно если это нестероидное противовоспалительное средство, если это какие-то отвлекающие средства, перцовый пластырь, миновазин или еще что-то подобное. Но это больше, скорее, средства первой помощи, когда что-то неаккуратно сделали и заболело. Для долгосрочной терапии и в случае хронизации местные средства, ни мази, ни кремы, они скорее не работают полноценно и хорошо. Это способ дополнительного облегчения, дополнительного снятия боли, но в долгосрочной перспективе, если проблема большая, они не помогут. И стоит понимать, что даже в большинстве инструкций по применению мази, кремов и подобных местных средств написано, если не помогает в течение такого-то времени, идите к врачу. И это совершенно разумная и обоснованная фраза. Если вам не помогло за 3-4 дня, не поможет и дальше. Физиовоздействие. Ни магнитотерапия, ни диадинамические токи, ни электрофорез с какими-то веществами, они не показывают своей высокой эффективностью. Их эффективность сопоставима с плацебо-эффектом. То есть, в принципе, в большинстве случаев эти воздействия безвредны. Если вы ходите в свою любимую поликлинику, где вас встречают милые, добрые доктора и медсестры, никто на вас не ругается, вы не ждете в очередях, и все прекрасно и замечательно, и вам дали талончик на физиопроцедуру бесплатный, ну, тогда можно ходить. Не стоит себе покупать дорогостоящие аппараты. Об алмаге, в частности, я рассказывал и высказывал все свои основные мысли. Это то, на что вы, скорее всего, потратите свое время и деньги зря. Есть определенные физиотерапевтические методики. Методики лазерного воздействия, методики воздействия магнитным полем высокой интенсивности, которые сейчас активно тестируются, наблюдаются и проводятся исследования по их эффективности, по эффективности на те или иные структуры позвоночника. Но лично я отношусь к этим методикам также скептически. Надеюсь, мой такой обзорный видеоролик был полезен, интересен. Если это так, то подписывайтесь на мой канал,
выставляйте оценки, пишите комментарии. По мере возможности, по мере наличия свободного времени, я стараюсь на комментарии отвечать. Всем же желаю здоровья, всего доброго и до новых встреч!